Здравствуйте, уважаемые зрители канала РХТН. Возможно, у вас возникали вопросы, куда мы пропали, почему не было наших разговоров по пятницам. Мы их наконец-то возобновляем, и я с удовольствием представляю нашего гостя сегодня. Это Арман Нурмухамбетов, или Ареке. Это казахское уважительное обращение и пропагандист культуры Великой Степи и создатель движения «Неономад». А многие из вас, наверное, знакомы с каналом, телеграм-каналом «Неономад». И у меня давно уже было желание встретиться в эфире и поговорить, потому что у нас накопилось очень много идей, я думаю, которыми мы все-таки должны обменяться. Вот. Ваш канал является вот таким вот рупором идеи единства кочевников, единства культурного и даже, можно сказать, кровного родства наших народов. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к такой идее объединить нас всех, детей Великой Степи? Ну, для начала армысыздар, сайн байна. С большим удовольствием приветствую представителей северных монголов, бурят-монголов, хранителей дорогого для каждого кочевника волшебного озера Байкал и родины, священной родины матери Чингисхана Баргуджин-Токум. Эта земля священная для каждого из нас, и ваш народ сильный, умный, храбрый, тоже является важнейшей частью великой степной цивилизации. Поэтому для меня особое удовольствие, и плюс к тому, вот тоже, как Раджана, вы сказали изначально, тоже давно хотел с вами пообщаться в эфире, через вас, может быть, передать какие-то месседжи и получить информацию тоже. Я думаю, это беседа будет, это не интервью, да? Конечно. Как мы пришли к этому делу? Телеграм-канал Неономад – это просто телеграм-версия, так скажем, более такая вольная, давнего нашего проекта, который мы создали ВКонтакте еще 15 лет назад. То есть в 2008 году была создана группа, сейчас паблик Неономад, в котором отражаются все какие-то важнейшие события из жизни кочевников, наша история, наши традиции, наши общие корни. В общем, все то, что может сблизить наши народы, что может помочь осознать наше древнее единство, понять, откуда мы идем и куда мы кочуем. Вообще, на протяжении истории создавался такой демонизированный образ кочевника, и он и сейчас, в принципе, давлеет в сознании большинства людей, я думаю. Я бы хотела процитировать Борхеса, который Мой любимый сказал... автор. Да, то есть вот он сказал в свое время: «Образ мужчины на коне дышит скрытым огнем, приходит и уходит бич Божий Аттила, приходят и уходят Чингисхан и Тимур, всадник рушит и воздвигает бескрайние царства, но все это только сон. Его дела призрачны, как он сам. Пахарь дает жизнь слову культура, город слову цивилизация, а всадник пролетает минутной грозой». Ну, я помню, что вот на одной конференции, которая проводилась, археологическая конференция в Улан-Удэ, посвященная культуре хуннов, один наш бурятский археолог, Баир Дашибалов, он уже покойный, он выступил уже в конце конференции с таким очень вдохновенным докладом
где он привел эту цитату, и он выдвинул свои, то есть свой ответ, высказал свой ответ, значит, Борхесу. Ну и основная идея его была в том, что земледельцы и землепашцы, они как бы остаются на этой земле, и они никуда не уходят, а культуру как раз-таки двигают кочевники, потому что они являются медиаторами, они связывают разные культуры между собой. Вот. И, ну, вот это одна из идей была в этом докладе, я именно тогда, в общем-то, задумалась, я думаю, о том, почему кочевников рисуют такой черной краской. Вот. И, ну, естественно, конечно же, читала книги Гумилева, который является одним из таких оппонентов культуры кочевой. Что бы вы сказали Борхесу? К сожалению, мы вынуждены сейчас, на пороге 21 века, третье тысячелетие, мы вынуждены все еще опираться в попытке осознать цивилизацию кочевников, опираться на выводы, исследования, размышления и вот такие поэтические где-то, да, Борхес, хотя и прозаик, но поэт в моем представлении. Вот опираться на такие выводы представителей оседлой цивилизации. То есть мы смотрим на нашу цивилизацию чужими глазами. Все еще. И я могу приводить тоже, ну, десятки цитат, где говорят, что кочевники – это локомотив цивилизации, например, да, академик Ключевский. Где, допустим, китайский автор Цианчжун называет кочевников кочевника и волка любимыми сынами Тенгри. Ну и так далее. То есть многие авторы, Уэзерфорд тот же самый, да, который исследовал Чингисхана, ну, тоже пришел к выводам, что фактически кочевники связывали миры между собой. Вечно отделенные север и запад, юг и восток, север и юг, восток и запад. То есть мы такие как бы объединители их глазами. Но есть и наши собственные источники, и именно на них мы, наверное, и должны опираться. Просто они не столь известны ввиду планомерной работы, которая проводилась против нас, в которой говорится, что я, наверное, поспешу с таким выводом, да, немножко ошарашу, но говорится, что мы являемся царями мира, народом избранным для того, чтобы осуществлять эффективное управление. То есть мы не просто этакий, знаете, мост, да, просто мост глазами оседлых. Ну, на исторических фактах можно прослеживать и в Китае, и в Индии, и в Иране, на Ближнем Востоке, в Европе веками, да, век за веком, утверждалась правящая династия, вышедшая из какого-то очередного кочевого рода. И это продолжалось, повторяю, тысячелетиями. То есть фактически мы поставляли миру, всему миру, такой кшатрийский правящий класс. И мы являемся фактически, вот как Цианчжун сказал, любимые сыны Тенгри, да? Но также Тенгри нас поставят для того, чтобы мы осуществляли справедливое, эффективное правление над миром во благо этого мира. Ну, то есть я могу бесконечно раскрывать эту мысль. Давайте на этом пока что остановимся. Мы цари мира. Да, то есть, например, я читала книгу давно уже о возникновении европейского рыцарства. Вот. И рыцарство, что это? Рыцарство – это, в принципе, то, что оседлые европейцы взяли от кочевников, и они создали класс, да, дворянство, рыцарство. Вот. И на самом деле, кто такие были рыцари? Это, в общем-то, народ,
кочевников. Любой кочевой народ — это народ рыцарей, это народ всадников. Естественно, в Европе такого быть не могло, да, и вот нужен был этот класс воинов, вот, и таким образом возникали эти дружины вокруг какого-то короля, да, скажем, первого среди равных. Но то же самое, в общем-то, они воспроизводили структуру кочевого общества. Вот. А вообще, да, кстати, вот эта цитата о любимых детях Тенгри, ведь на самом деле, если даже взять Библию, там же идет убийство Каина Авелем. Каин был земледелец, а Авель был пастырь, кочевник, пастух. И Каин убил Авеля, а сейчас получается так, что этот, значит, самый Каин, он оболгал убитого Авеля. Ну, если взять такие, как бы, вообще историю и как все это развивалось. Но я сейчас о другом хотела бы сказать. Был такой мыслитель современный. Я думаю, что он неизвестен широкому кругу людей, и это несправедливо. Его звали Дэниел Куин, американец. И он написал несколько книг. Первый из них, по-моему, первый из них — «Измаил», она переведена на русский язык. Ну и затем он как бы развивал эту идею в других книгах. И это такой философский, с философской, я не знаю, роман. Вот там, где он... И он в этой книге полностью пересматривает понятие цивилизация. И он делит мир на так называемых takers and leavers, то есть те, кто берут, и те, кто оставляют. То есть весь мир делится на эти две культуры, takers and leavers. И там, значит, герой — это горилла Измаил, которая научилась, ну, как сказать, не говорить, да, горлом, а, в принципе, передает свои мысли телепатически. Вот. Но вот это как бы эволюционировавшая горилла, которую воспитали люди, и таким образом эта горилла, Измаил, передает знания своим ученикам. И там полностью пересматривается вот этот миф о грехопадении, и он как бы, вот когда я прочитала историю о грехопадении библейскую, у меня все встало на свои места, потому что вот это единственное логическое объяснение мифа. То есть что произошло где-то 10-8 тысяч лет назад, вот на этом, в Месопотамии, да, там, где началась эта цивилизация, люди, которые там жили, вдруг решили, что у них есть право брать у природы все, потому что они решили, что они знают, что хорошо, а что плохо. Это и есть как бы объяснение, да, дерево познания добра и зла, то есть они решили, что у них есть это право, и таким образом началась история тоталитарного земледелия. И мы видим, к чему эта цивилизация тейкеров, да, тех, кто все берет и ничего не оставляет, привела мир на грань экологической катастрофы. А кочевники, они всегда жили и живут в симбиозе с природой, с матерью природы. У нас сохраняется вот это бережное отношение к своей земле. И таким образом, если бы не вот это грехопадение, которое было, вот так сказать, произошло 8 или 10 тысяч лет назад, может быть, наша история
человеческой цивилизации была бы другой. И ведь никто не говорит, что эволюция, она должна проходить вот так вот скачкообразно. Просто у человечества не было выбора, так скажем. Победили вот эти те, кто берут. Но сейчас, мне кажется, все больше людей начинает задумываться, почему мы должны жить так, как мы живем. Почему мы должны убивать нашу землю? И в конце концов мы ведь вымрем, потому что, ну, есть же пределы, правильно? Земля не может вытерпеть все. Ну, мне кажется, вы пересказали уже все содержание нашей беседы. Вкратце. Я просто думал, что мы придем к этому выводу, как бы в конце уже перечислив, так сказать, все аспекты, все выводы, все новые данные последние. На протяжении последних 200 лет, пока европейская модель, евроцентрическая модель торжествует над миром, были различные взгляды, сформулированные на кочевников. Вот то, что называют нас дикарями, варварами, убийцами, насильниками, там, грабителями, да. Ну, как говорится, каждый судит по себе. Кто на самом деле грабил весь мир и убивал, там, кто на протяжении последних двух мировых войн, какие жертвы были принесены Чингисхану, это даже не снилось, да? То есть вначале просто объясняли, да, дикари, ну что с них взять, варвары. Очень удобное объяснение для любой оседлой цивилизации, чтобы не пытаться понять, что из себя представляет другая культура. В мышлении оседлого народа, это сразу введем термин, есть такой седентаризм. Седентаризм, то есть взгляд на мир оседлого человека. Чем он отличается? Ну, как вы в точку сформулировали, вот он живет в ограниченном пространстве всю жизнь, в рамках вот этих 8 кварталов своего города или там 3 огородов. Так. Соответственно, закрывается от мира стеной, великой стеной, допустим, да, или своим вот этим заборчиком, мой дом, моя крепость. А внешне весь мир – это стихия враждебная, непонятная, и с ней надо бороться, понимаете? Ее нужно… Мы не можем ждать милости, говорит, от природы, да, кто там, Тимирязев говорил, мы обязаны забрать у нее силой, понимаете, война с природой, война с матерью, та самая Этуген-Хатун у монголов, у Маяна, у тюрков, да, это мать-земля, она нас породила, она о нас заботится, а мы должны с ней бороться, представляете, вот какой взгляд. И, соответственно, вот это рамочное, контекстное, ограниченное мышление оседлых миров, соответственно, поначалу вот просто отмахиваясь, ну вот, ну дикари, ну напали, пожгли, там пограбили, ушли. Потом они стали пытаться, знаете, ну, плюс им, стали пытаться объяснять. И объяснения у них были своеобразные. Они говорят, в степи была засуха. И поэтому они бежали из степи и вот вынуждены были накатывать на оседлые города. Или наоборот, некоторые говорят, наоборот, были ливни, наоборот, было холода, и поэтому они вынуждены были бежать, понимаете, вынуждены. И понимаете, в последние вот только года все еще живо то поколение, которое начинает что-то пытаться осмыслить, это вот указано уже нами Уэзерфорд, о том, что, или вот Сяньшун, китаец, да, о том, что, в принципе, слушайте, у кочевников вообще-то была какая-то идеология. Да, какой ужас, какое открытие. У этих дикарей было какое-то мировоззрение, понимаете. Вначале они опять-таки по привычке, да, шаманизм. Вот видят в Африке скачущего там вокруг костра шамана и говорят, ну примерно что-то подобное видят, конечно же, у нас, у наших шаманов. Но в упор не видят стройную, отточенную,
доведенную до массового, тотального, всенародного закона привычки мышления, понимаете, вот эту вот веру, вот эту идеологию, которую сейчас принято называть тенгризмом, мы никак ее не называли. Есть, правда, версии у каждого народа. Саха называют это Айе, алтайцы называют Акцян и так далее. То есть есть версии названия тенгризма, но вот в основе этого нашей цивилизации, ее стержнем духовным, ее истоком, причиной, смыслом, побудительным мотивом был, конечно, вот этот тенгризм, поклонение верховному богу Тенгри. И исполнение его приказов, его воли было основным смыслом жизни для небесных всадников, для наших с вами предков. То есть, ну, я планомерно подвожу к тому, что это не какая-то дикая цивилизация, да, довольно осмысленная, довольно глубоко проникшая в суть и смысл мироздания. Как вы сами заметили, находился в симбиозе с природой, находился, фактически являлся частью ее, не мыслил себя вне природы. Соответственно, глубоко постиг эти законы природы, и они ярко выражаются во всех аспектах жизни кочевников. Хотя бы возьмем вот это табу на брак в рамках семи поколений, да, монголов 9, 14 даже, я слышал. То есть запрет перемешивать кровь, так, родственную. Только сейчас генетики западные пришли к выводу, что это, оказывается, приводит к деградации, понимаете. В Узбекистане вот недавно был принят закон, нельзя жениться на сестрах. Ребята, мы знали это тысячи лет, понимаете. И так далее. То есть законы морали, нравственности, человечность, этика, эпическое искусство, даже воинские традиции, вот рыцарство, вы упомянули это в первую очередь, идеология рыцарская, правильно? Рыцарские правила, восхищение женщиной, к примеру, да, статус женщины, опять-таки не бей лежачего, там, понятие чести, гордость своим родом, свой боевой клич, родословное и так далее. Все это является проявлениями древней, доживший до наших дней, прекрасно доживший и сейчас раскрывающийся вновь идеологией сынов неба. Тенгери. Я не остановлюсь, Вечная если то буду синее небо. продолжать до утра, вы понимаете, да? Да. Ну вот Да. вечное синее небо, да, Пухомокха Тенгери, это то, что всех объединяет. То есть мы верим в то, что мы все дети земли и неба, да, и что мы все под одним небом. Вот. И именно поэтому кочевая цивилизация – это всегда цивилизация, которая как бы дает жить другим, да, то есть это толерантность, которая вот не просто сейчас только провозглашают, да, то есть в 20 веке европейская цивилизация пришла к тому, что необходимо быть толерантными, быть терпимыми к мнению, к верованиям других людей. А у нас это всегда было, всегда присутствовало. Вот я хотела бы еще сказать, что вот наше единство, да, оно ведь идет не только вот в пространственном отношении, да, оно как бы идет также вглубь истории. То есть вот, ну, у нас принято предков считать, да, по коленам. Но ведь можно говорить о преемственности культур, которые существовали тысячелетиями на нашей степи. Вот. И я помню, на предзащите моей диссертации в Москве один этнограф российский, я не знаю, в принципе,
всех, кто присутствовали на предзащите. Но вот он язвительно сказал, когда у меня одна из глав была посвящена образу тигра или барса, и я это, естественно, связывала с кифосибирским звериным стилем, и также откуда это идет, в общем-то, образ этот, и божество, которое раньше буряты почитали, но потом как бы забылось это. Вот, и он сказал, что у многих, говорит, северных народов такое есть желание везде найти какие-то, значит, арийские корни. Вот. Ну и, естественно, там люди выступили с контраргументами. И, в принципе, да. Но почему я все-таки об этом говорила, да? Потому что мой отец, Дашанимас Анжиевич Дугаров, который написал книгу «Исторические корни белого шаманства», он как раз-таки одним из первых выдвигал эту идею о том, что существуют культурно-генетические связи нашего народа и вообще народов там и Великой степи, так скажем, Северная Монголия, Южная Сибирь, и именно с индоарийскими племенами, которые жили несколько тысяч лет назад у нас на нашей земле. И эти народы не ушли куда-то, да, в небытие. Они живут в нас. То есть это все наши предки. А вот так скажем, у представителей земледельческой цивилизации, у них этого нет, да, они не могут понять, почему мы вот так вот цепляемся за наше родство со всеми этими народами. Они хотят сказать, что у вас нет ничего общего с ними, но ведь это не так. Я знаю, что ваш отец открыл в свое время золотого человека знаменитого из кургана Иссык. Пожалуйста, расскажите вот о вашем отце, как это произошло, о музее золотого человека. Ну, опять-таки, я могу говорить об этом сутками, постараюсь со сокращенной версией, да. Отец мой в 69-м году начал раскопки, и в 70-м удалось ему, там много еще мистических всяких историй было, парень был захоронен в боковом погребении, представляете, центральное было разворовано. И по всем правилам науки археологи имели право свернуться и уехать. Но вот какая-то чуйка была. Вот в таких случаях всегда что-то мистическое происходит. И он просто сказал, давай еще слой сними бульдозеристу. И тогда с юго-восточной стороны вылезло бревно. И расчистка показала, что саркофаг вообще не тронутый. То есть я не знаю, с как какой целью это погребение было сделано боковое, либо спрятать его, либо подхоронили в имеющееся захоронение. Но этот курган был дважды ограблен, но золотого человека не нашли. Его нашли вот в 70-м году. Не с тех пор. Только с вот 70-е, представьте, да, и только с обретением независимости, когда в 92-м году Нурсултан Абишевич Назарбаев, президент вновь образовавшейся суверенной Республики Казахстан, прибыл в Иссык на выставку. Вот, это был городок, где был найден этот золотой человек небольшой. И отец организовал здесь выставку золотого человека. И Назарбаев туда вот каким-то тоже мистическим образом прибыл. И там отец ему целую лекцию на эту тему, естественно, рассказал. И тогда было принято решение из множества вариантов герба Казахстана выбрать именно тот, который имел элементы золотого человека.
Мало того, этот артефакт стал символом, национальным символом Республики Казахстан. И он стоит сейчас в здании ООН, кстати, подаренный Казахстаном на почетном месте. По всему миру ездит его выставка, вызывая шок. Но что интересно, отец всегда, когда вокруг вот, него всегда вот эта шумиха, о, человек нашел там золотого и так далее, он всегда отмахивался и говорил, ну что вы прицепились? Таких еще много будет. И таких, кстати, только в Казахстане уже открыто 11. И, соответственно, новое открытие еще впереди. Поэтому даже вопрос даже не в золоте, да, скажем, среди прочих предметов у золотого человека была найдена чаша с надписью из 26 знаков. То есть, ну, ребята обладали письменностью, очень похожей на тюркскую руническую, да. То есть, это не какие-то дикари, да, это государственное образование со своими подписями, печатями, документами, так, перепиской. Это ребята, которые, на минуточку, оказывали влияние на Китай, многократно покоряли Индию, ходили походами вплоть до Египта, где фараон дарами и мольбами убеждал их не ходить дальше. Так, это ребята, которые, вот вы затронули тему рыцарства, она происходит от сарматских рыцарей. То есть это следующее поколение после саков, преемственное, сарматы. Ну, вы знаете, народ один и тот же, просто имена менялись, так? Прошли как нож сквозь масло через всю Римскую империю, так что римские императоры вынуждены были, опять-таки, дарами, мольбами уговорить их не идти на Рим, и отправили 8 тысяч сарматских всадников служить на защиту Адрианова вала. Это в Англии, для защиты римских тамошних владений. И здесь король Артур, чье этническое происхождение пока еще под вопросом, но факт, что генетически и культурологически фактически из сарматского рыцарства и возник первый, так сказать, орден рыцарей круглого стола. А круглый стол, мы понимаем, он только в юрте, да? Да. Фактически вот рыцарство возникло от сарматов. И я, кстати, подчеркну, что это было нововведение очередное кочевников. Из 5 военных открытий, изменивших ход цивилизации, 4 принадлежит кочевников. И один из них это катафрактарий, конный катафрактарий, рыцарь, который с головы до пят вместе с конем полностью покрыт броней. Это была сарматская кавалерия, которая принесла рыцарство в Европу. Ну, далее к ним стали добавляться гунны, авары, куны и так далее. Из этого возникло рыцарство, как вы и упомянули в начале. То есть сакская цивилизация оказала, ну, потрясающее влияние на весь континент и, соответственно, в последующем на весь мир. Упоминание только одного Будды Сакьямуни, да, в последнее время которого многие буддийские монахи сами называют Саком, так. Его имя переводится вообще-то как мудрец из рода Саков. И даже генетические данные показали, что род Сакья, который входит, является одним из 90 народов современного Непала, это род Будды. Генетически они очень близки к монголам в том числе. Так что, ну и даже антропологически они вот выглядят как азиаты на фоне местного дравидийского черного населения явно выделяются. То есть Будда был саком, говорит, например, буддийский монах Дзюньцей Тарасава, и принес он на Индостан мировоззрение кочевников Великой Степи, то есть тенгрианство. Тот буддизм, который мы сегодня знаем, это не факт, что вот учение, которое нес с собой Гаутама. Он говорил, как утверждает, опять-таки,
Тарасава-сенсей, что Будда убеждал людей, что нужно путешествовать, не сидеть на месте, понимаете? Он говорил, не надо накапливать материальное, да, имущество, да, вот что в повозку твою вмещается, вот твое имущество, так. И он говорил, надо жить героически вообще-то, не то, что вот во что это превратилось, вот это чтение мантр, да, вечное, вот это вырваться из сансары и так далее. Он говорил, что жизнь для подвигов, понимаете? То есть фактически он пытался донести до местного населения идеологию кочевников. То есть вот начали с золотого человека, да, а закончили глобально. Вот, чего не коснись в цивилизации кочевников, вот всегда вот так. За что-то зацепишься, вылезает на глобальный уровень. Ну, потому что, наверное, мы являемся опять-таки представителями космического такого мировоззрения, не имеющего вообще пределов. Я знаю, что вот существовали связи, хотя, в общем-то, и на культурном уровне, да, культура, генетические связи между кочевниками, евразийскими кочевниками и древнегерманскими племенами. Потому что есть исследования, где, например, даже германская мифология рассматривается, да, и я сама даже читала, например, ну, история о Валькириях, да, там в одной Ведде было, что, ну, там практически история Харидой Мергена описана, да, что прилетели лебеди, вот, и одна из лебедей там, в общем, ну, там как бы был тоже герой какой-то, да, я уже не помню имя этого героя, но это один из предков, по-моему, Сигурда. Вот. И таким образом был, так сказать, брак между этими людьми, ну, то есть это дева-лебедь, так скажем, да, Валькирия и этот герой. Вот. Ну, другие вещи, например, конь Одина, восьминогий, Слейпнир, это шаманский бурятский конь. Из шаманской мифологии, тоже восьминогий. Ну, вот разные, разные вещи. Вот. Ну, и сама вот эта вот идеология, да, именно воинственная, когда, ну, вообще древнегерманскую, если взять, скандинавскую мифологию, да, там же, в принципе, этос такой вот, можно сказать, Великой степи. Вот, а там те же боги асы, откуда они пришли? Они же не если вот, ну, читаешь Эдду, там же видно, что они пришли откуда-то, да? То есть это пришлые боги. Ну, целые институты в современных скандинавских странах, они полностью стоят на восточном происхождении именно викингов. Вплоть до коня, который имеет гены монгольского, понимаете? И есть даже теория Нурбола Баймухана, нашего казахского исследователя, который считает, что из степи ходили северным путем, представляете, в Скандинавию. На кораблях был такой путь. И очень много артефактов там. Норвежцы – это единственный народ, который ест баранью голову в Европе. Очень много вот таких, допустим, даже в источниках XI века Снури Стурлусон, такой историк норвежский, который писал, что вот буквально Один был не богом, а живым человеком, который привел свое кочевое племя из вот Асгарда. Асгард – это вот Великая Степь. Вот скандинавские ученые не отрицают этого. Прямо говорят, что вот серьезное влияние технологическое, культурное, генетическое оказали именно кочевники Великой Степи – тюрки и монголы. Вот у вас такая миссия, да, объединять народы, и не только кочевые народы, но и как бы вот по местам нашей славы путешествовать.
И я знаю, что вы ездили в Монголию и во Францию с этой целью. Не могли бы вы немного рассказать об этом? Ну, мне удалось объехать 10 стран. К сожалению, я так и не успел добраться до Бурятии, где мечтаю побывать, в Выволгинском Дацане, где этот чудесный монах, да, нетленный, присутствует, поклониться, так сказать, ему, да, побывать на месте родины матери Чингисхана, поклонить создательнице Орды, как наш один тоже казахский исследователь пишет, что Ойлун создала Орду, когда их оставили, так несколько детей, ее одну бросили в степи, и она фактически спаяла этих своих сыновей, да, вот в такую, ну, да, ядро Орды, правильно? Из нее потом Чингисхан вырос. родился, кстати, на территории Бурятии, ну, этнической Бурятии, да, то есть это Огинский округ, вот, на Аноне. Там можно место, в принципе, даже есть видно. Есть место там, где, согласно преданию, родился Чингисхан, не в Монголии. И, соответственно, это первый в мире вообще-то заповедник, да? Где нельзя было охотиться, нельзя было нарушать криком, чем-то еще. Даже, по-моему, справлять нужду нельзя было в этих местах. Поэтому, ну, очень многое, что кочевники впервые делают. К сожалению, мне не удалось побывать также в Китае по определенным причинам, в Иране по определенным причинам. В Индии тоже своя определенная такая нацистская, я бы сказал, да, политика. Они потихоньку стараются вычеркнуть, понимаете, свои истории, да. Я не понимаю, как они вычеркнут Тадж-Махал, да, созданный бабуридами, да, одно из чудес света. То есть у оседлых народов, понимаете, вот такой вот страх, что вот вся слава, все величие, которое они приписывают себе, оказывается, принадлежит ребятам, которые просто пришли и их покорили. Соответственно, многие народы вот пытаются это все переписать, но шило в мешке не утаишь, потихоньку это все вылезет наружу. Потому что, слава богу, есть и объективные исследователи во всех этих народах, которые прямо говорят правду. И, соответственно, артефакты никуда не денешь и так далее. И повторяю, наверное, не наверное, а точно больше мест, где я еще не побывал. И надеюсь, что побываю. К сожалению, текущие события, конечно, этому не способствуют в мире. Возможно, что я побываю там, где мечтаю, именно в связи с ними. Потому что будут открыты новые дороги. Будут открыты, созданы новые условия для общения наших народов, для сближения их, для взаимной поддержки, для, я бы сказал, затянувшихся братских объятий, да, чтобы мы наконец-то засели за один стол, выпили по чарочке там архи, да, которые, хотя не употребляю, ладно, кумыса выпьем. Вспомнили все наше прошлое, поняли, что у нас есть блестящее будущее, спели наши песни, которые, вы знаете, мы иногда включаем в машине монгольские песни, и казахи не сразу понимают, что это не казахское, понимаете? То есть настолько это близкое, родное по звучанию, да, по мелодике, что это не воспринимается как чужое. Поэтому эти времена, я думаю, вот они уже сейчас наступают. К этому потихоньку подводит сам Тенгри. Это все прописано в многовековой тысячелетней программе. Циклическое, знаете же, у нас же циклический календарь, нелинейный. Да? Взлет, падение, взлет, падение. Чем ниже падение, тем выше взлет. И вот последнее падение мы испытали в 20 веке. Ниже некуда. Сейчас через, опять-таки, к сожалению, через страдания, через боль, кровь, какие-то новые потери, но намечается уже подъем. Да, мы уже поднимаемся вверх, и мы на пороге нового
как бы это даже сказать, покорение мира, но я не думаю, что это будет военное покорение. Это скорее будет такое культурно-информационное, я очень на это надеюсь. Потому что, как сказал дед Барнаше, новый Чингисхан должен взять власть в мире, причем эту власть должны передать добровольно. И если этого не случится, то будет катастрофа. Так. И вот все, к сожалению, видимо, к тому. Но мы, конечно, приложим усилия к тому, чтобы убедить мир, что ребята, те, кто претендовал последние несколько веков на власть в мире, они с этой задачей не справляются. Должен вернуться царь, который был поставлен самим Тенгри. И это мы. Так получается. Расскажите о памятнике, который был установлен в Париже, памятник Атилле. Да, вот одна из потрясающих историй, когда люди, в принципе, без какой-то эмоциональной нагрузки, да, подходят просто к истории. Они начинают понимать, что, в принципе, Атила Хун, как его называют в мире, да, это не какой-то вот злобный разрушитель, насильник, грабитель, а начинают осознавать, что, ну, во-первых, это просто часть истории. Так. Да, он был там, он пощадил Париж, кстати говоря. Да, он сражался с Римской империей, как бы с оплотом цивилизации, да, европейской. Но все больше голосов звучат о том, что это вообще-то был первый создатель Евросоюза, наш с вами парень, да. И осознавая это, учительница, простая учительница французская, узнав, что неподалеку от ее деревни находится так называемый Атила Кэмп, это лагерь, где Атила стоял с войском в ожидании битвы на Каталонских полях. Он не строил этот лагерь, это был вал, существовал до него, он просто устроился там. И, соответственно, это небольшая деревушка. И мэрия этой деревни, они ну, поняли, что в этом что-то есть, какой-то для них шанс хоть как-то прозвучать. Так. Ну и надо отдать должное дальновидности этого мэра. И что интересно, эта учительница еще и подошла нестандартно к вопросу, не просто создала какую-то пафосную там скульптуру, да, того же Дорже-Намдакова, если пригласить, он, конечно, сделает там шедевр, так. Она просто обратилась к ученикам своим. Нарисуйте эскиз, давайте сами сделаем своими руками историю вот моего края. И это плод работы обычных школьников, понимаете. Поставили памятник, и теперь туда приезжают люди. Мы когда приезжали туда снимать, до нас была там другая казахская съемочная группа. До нас туда приезжала монгольская делегация. Там проводили обряды, да, остались вот эти ходаки, не ходаки, я не помню название, но вот эти ленточки, и мы там их повязали. У нас тоже есть в традиции. Мы, правда, белые ленточки вяжем, у вас разных цветов, да, в основном голубые. То есть, ну, люди туда подтягиваются, и место становится потихоньку известным. Таким же образом, я думаю, что и по всему миру начнут признавать, начнут чтить те моменты истории, которые, ну, просто не вычеркнешь. Так. И в той же Франции, например, проживает парень, обычный летчик, который, сделав себе анализ ДНК, выяснил, что у него практически братья живут в Северном Китае, ну, понятно, потомки монголов, гаплогруппы С, и монголы, да. То есть он оказался потомком гуннов тех самых. И вы знаете, это непростой парень, ну, да, он летчик, но его предки по документам являлись генуэзскими дожами, то есть правящей элитой
Генуэзской республики. Потомки гуннов. Мы говорили в начале, что мы составляли, наши предки составляли правящую элиту этого мира. И я думаю, что многие из них знают свою историю. А может быть, просто в какие-то времена было не очень популярно в этом признаваться. Но сейчас потихоньку приходят к тому, что вот осознают, признают, изучают. И, скорее всего, мы столкнемся просто с волной каких-то фактов, какой-то новой информации о деяниях наших предков по всему миру, от Японии до Англии. Ну и Америку тоже включаем. Индийцы, правда, считают, что это они выгнали, как они говорят, criminals, ну, преступников выгнали, да, с американского континента, и так возникли монголы. Вот их версия, Я не да. слышала такой версии. Но, Ну, кстати, это вот если так, они между говорить о собой. гуннах, да, Да. то вот я знаю, что кельты, они, например, германцев, да, там, англичан называют ханс. Это вот, ну, в принципе, может быть, это, ну, стало популярным во время Первой мировой войны, но я не знаю, насколько далеко это в истории уходит, потому что мой друг, ирландец, он как бы вот английских болельщиков он называл футбольных dirty hands, да, грязные гунны. И я ему говорила, don't say that, they're my ancestors, это мои предки. Вы им покажите письмо шотландских королей в ответ на требование английских королей подчиниться. Первая строка этого письма начинается со слов «Наши предки пришли из Великой Скифии». Понимаете, они сами пришли из Скифии. Чего они там хотят против гуннов? Так что очень, очень многие. А вы возьмите этрусков. Русские тянут к себе, конечно. Это Да, это русские. загадочный, да, загадочный народ. Но вот что делать с их волчицей, да, которая вскормила вот этих двух парней? Куда вычеркнуть нашу, да, волчицу? Вот нашу, Эргеникон и так далее. А ребята пришли, ну, согласно одной из версий, народ Расна, известный как этрусский, пришел откуда-то с востока. По некоторым версиям, после уничтожения Трои. А троянские есть скульптуры 500 года до нашей эры, которые изображают, например, принца Париса, который с головы до ног выглядит как скиф, характерная скифка, Это такой же высокий. древнейший индоевропейский народ, который там проживал, хетты. А вот, ну а кто такие индоевропейцы? Они, в принципе, распространились. Они же как бы шли эти волны-то в разные стороны. Те же самые индоарии, арии, они же тоже индоевропейцы. Вы знаете, это теория 19 века, и в основном продиктована она идеологическими соображениями. Сейчас существует целая школа, вы находитесь в Европе, да, вы можете уточнить, или вы в Штатах, да? Ну, можете уточнить, в Европе есть школа Марио Алинеи, итальянский, он лингвист, который написал книгу «Европа говорила на тюркском что-то такое». То есть древнейшее тюркские влияние на английский, в том числе английский, он исследовал, и целая школа существует, в которую входят не только лингвисты, но и археологи, эти генетики и так далее. То есть представители разных дисциплин, которые считают, что ну, вообще по времени трудно обозначить, когда начались экспансии из Великой степи. Понимаете? То есть поколения за поколениями шли еще в доисторическую эпоху, когда не фиксировалось вообще ничего в источниках. И то, что называют индоевропейским, ну хорошо, массив опять-таки был индоевропейский местных жителей, к примеру, но правили ими выходцы из степи, понимаете? То есть кочевники являлись правящей элитой, естественно, меньшинством, которое стояло над покоренным большинством. Есть германская такая завоевательная теория, так называемая, которая говорит, что классы, вот, эксплуатировавшие друг друга, да,
не могли возникнуть из одной общины. То есть классы – это слои покорителей, это разные народы. Соответственно, эксплуатирующий класс – это всегда были пришедшие извне завоеватели. А в основном эти завоевателями являлись именно выходцы из степи. Ну, с бронзовой эры, по крайней мере, это четко читается. А есть еще и во время неолита так называемая микролитическая революция. То есть, когда, опять-таки, в нашей степи почему-то, не знаю почему, изобрели такой серп со множеством зубцов. Не просто вот серп каменный, да, а на него накладывали зубцы на деревянную основу из вот этих вот мегалитов. Очень острые такие и прочные такие камни. И благодаря ему в 17 раз увеличилась производительность труда. Соответственно, эти серпы начали мигрировать по всему миру. Ну, их находят везде и определили их следы. Опять все приводит к этой же нашей степи, понимаете? То есть, фактически, мы можем на данный момент, предварительно, конечно, я всегда говорю, что мы только начали исследовать нашу историю сами. Мы уже можем говорить о том, что на ход всей мировой цивилизации, именно степной народ, наши предки, еще будучи даже не совсем оседлым, но оказывал постоянно какое-то влияние технологическое, культурное, генетическое. Вот даже возьмем ваш Мурин-Хурь, наш Кобыз. Так. Это же дедушка скрипки. Есть исследования, доказывающие, что вот эти вот дела, это все привезли с собой кочевники. Былина, эпос, как жанр. Так. Даже в той же Илиаде, Одиссее, такие обороты, художественные образы закручены, которые не имеют аналогов. Ни с какой местной традицией, но четко прям прослеживается их прям буквальные даже формулировки в том же казахском эпосе, в кыргызском эпосе, допустим, да. Скажем, вот ветроногий, вот такой вот образ, да, ветроногий Ахилл, да, или кто там. А вот ни один европейский народ не употребляет такой формулировки. А у казахов до сих пор, кто вот быстро бегает, их называют желяяк. Желяяк. Буквально переводится быстро ветроногий. Понимаете? Ну и так далее. То есть это мы только начали. Когда мы сформируем целый пласт новых ученых, вышедших из нашей из наших народов, да, которые будут смотреть, опять-таки, через призму нашего мировоззрения и заново исследовать и историю, и культурологию, и мифологию, все эти дела, ну, будут выводы просто потрясающие. Мы до сих пор, к сожалению, находимся в рамках, в матрице европейского взгляда на вещи. Ну, ей приходит конец, поэтому поздравляю. Да. И, например, вот вместо того, чтобы изучать, как мы в свое время изучали историю России в школе, а мы должны изучать историю наших народов и историю Великой Степи в целом, И изучать историю друг нашей друга цивилизации. как свое собственное, понимаете? Да. Вот у монголов такая есть штука, что они не понимают, что саки – это такая же их часть, как и, вот, и местная монгольская. То есть, вот, понимаете, принцип империи – разделяй и властвуй. Так? Нас не просто разделили на разные части географически, но еще и поделили вот историю, порезали. Вот это не ваше, вот изучай вот это, а туда не лезь. А там, может быть, как раз и есть весь ответ. Наверное, возможно, казах найдет ответы в Бурятии. Я, например, Найман, и мои братья Найматаны, да, живут вот в Агинском районе у вас там. Или в состав булагатов входят. Так.
Почему они не исследуют меня, а я их? Поставили вот такие вот границы, границы. И в том числе и исторический процесс разделили. Это индоевропейцы, все, не лезь сюда. Ну, ребята, вы не доказали, научно не доказали, что это была индоевропейская цивилизация. Покажите мне индоевропейский словарь саков. Его не существует. Зато первопредок саков – Таргитай. Это имя звучит у саков, а, и б, звучит в сокровенном сказании у одного из родственников Чингисхана, это имя Тургутай. Да, Понимаете? Ну вот Тургутай. объясните мне вот это совпадение. Генетически у Будды, да, откуда монгольская кровь и так далее. Монгольские лошади в Скандинавии. Ну, то есть там копать и копать. Это все потрясающе, это все просто-напросто перевернет все представления, которые с идеологическим смыслом, с идеологической целью выстраивали евроцентристские, я даже не скажу ученые, это в принципе идеологи. Уважаемые Гарике, я благодарю вас за согласие сегодня встретиться со мной и поговорить. Это был очень интересный разговор. Ну, это ничего не сказать, если сказать, что был интересный разговор. Это просто для меня, принципе, такой глоток свежего воздуха, потому что в последнее время очень мало, согласитесь, очень мало поводов для какой-то радости, да, для какого-то позитива. И вот такие разговоры, они дают энергию, они дают вдохновение. И я думаю, что я надеюсь, что вы согласитесь с нами встретиться и поговорить, и это будет такое плодотворное сотрудничество на очень долгие годы, я надеюсь. И естественно, когда все это, весь этот кошмар закончится, и у нас будет свободная, процветающая Бурятия, мы обязательно пригласим вас с миссией дружественной, и вы будете нашим почетным гостем. Ну, я надеюсь для начала внести какую-то лепту и до того в это во все дело. А как минимум, я думаю, что это может лепта состоять в чем? В том, чтобы мы наконец-то осознали, что весь характер нашего мышления, все наши представления о мире сегодня и о самих себе прописаны чужими дядями, которые вообще-то не желали нам добра. Уничтожали, унижали, грабили нас на протяжении веков. Поэтому что нас может спасти, когда идут сегодня разговоры, споры? Только мы сами. Только опора на наши корни. Только исследование нас, самих себя, самими же собой. Мы не появились усилием мысли. Понимаете, мы не создали себя каким-то там интеллектуальным способом. Мы есть продолжение, просто продолжение древней, могучей, славной, воинственной рыцарской цивилизации. И наступает сейчас время поднять древние знамена и на это благословение предков и самого вечно синего неба мы уже получили. Нас ждет только победа. Благодарю. Тәңірі жарылқасын, аруақтар қолдасын, да поможет нам вечности неба и духи предков. Байырла! Байырла.